Здравствуйте, уважаемые телезрители и подписчики моего канала. Сегодня давайте поговорим о сильных игроках нашей игры. Как вы понимаете, существуют игроки двух типов. Первое – это донаты, которые играют, развиваются. Ну, просто они не успели в свое время на политику, которую запустили в 2015-м, по-моему, нет, в 2016 году, когда на тебя нападали, получается, и ты все равно получал один опыта за выигранный бой. То есть сидеть на уровне, особенно на низких уровнях, было просто нереально. То есть этих игроков быстро-быстро поднимали выше, и им приходилось все время качаться. Но с 2016 года, то есть политика изменилась, и появились донаты, то есть очень сильные игроки, которые сидят на своих уровнях, они постоянно занимают первые призовые места. Что делают это? Они играют в мехи, они постоянно сидят на НЗТ. Это, ну, не знаю, сейчас есть они в продаже, нету. Нету, к сожалению. НЗТ таблетка появляется не всегда, на турнирах часто появляется она. И используют такую вещь, как игры разума. Ну, то есть блокируют, бьют. В основном игроки остаются на низких уровнях, ну, до 10-го. Потому что выше уже высокая конкуренция. Часто бывает, что сильные игроки просто бросают играть и раскачивают новый персонаж. Что нередко так происходит. Давайте посмотрим, как качаются низкие уровни, что выкачивают, какие навыки. Я, конечно, понимаю, что они в дальнейшем все равно будут перекачиваться. Но сейчас очень интересно, то есть все-таки какие же сильные игроки есть на каждом уровне. Но я предполагаю, их будет много, так что не будем сильно смотреть всех. Посмотрим хотя бы по три персонажа. Так, ну и пошли на все время. Так, четвертый уровень. Вот. Первый персонаж четвертого уровня. Ну, сразу видно. По оружию, по открытым навыкам, по выкачанной студии 15 уровня, что игрок соответствующий сидит уже очень долго. Ну да, как обычно. Домохозяйка является основным навыком. Ох, да. 38 раз победы на турнире. Да. А персонаж еще одного года не прожил в Сити. Ну, вернемся. Так, короли топа, 4 уровень, кипинг. Что-то все посломал. Ничего живого не осталось. Слабовато. Очень слабовато. Да, и место на турнире тоже одно. Либо только начинает раскачиваться, либо уже бросил. Это совсем не персонаж. Уже тоже давно, видимо. Хотя 5 наград все-таки получил. О, это совсем новый персонаж. Либо, правда, брошенный. 230 этажей зачистил. Так, давайте перейдем на 5 уровень. Предположительно, на 5 уже будет веселее. Бандит. Ну да. Ох ты. Это у него получается... А, у него пояс 7 уровня. Я думаю, где у него стоит? У него получается оба амулета прокачаны до 10 уровня. Да. Финик плюс 3. А вот мустанг у него слабоватый. Ну-ка еще кто есть. Не докачался осколыш.
Как вы видите, все качают почти апперкот на низких уровнях. Красиво выглядит. О, хороший персонаж. Как много. Ну, конечно, что такое боец? Ну, пятый уровень. Представьте, это пятый уровень. А группа неплохая. Что у нас еще там есть? Winter Offline. Тоже слабовато раскачан, но тоже апперкот выкачивает. Ух ты! Так себе персонажик. Можно смотреть дальше. Так, на шестой уровень. Тут, наверное, уже будет повеселее. Вот. Вот это неплохой персонаж. Видно, что ничего у него нету. Все студии, как обычно, выкачаны до 15 уровня. Все спрятано в поясе героя, все животные в клетке сидят. И видите, также имею в виду, тоже используют апперкот. Плюс 4 пиле, плюс беззубка. Ни одной, ни скорой помощи, ни реанимации, ни вампиризма. Чисто ударная техника. Даже ловкость не используют. 258 наград! 258! Сколько ж ты здесь? И тоже персонажу еще года нету. Интересно, сколько у него улучшения стоит? Так. О, клеточка. Вот 100% наш Lucky Star выкачивает клетку только сейчас. Скорее всего, первый раз. Возможно, кто-то из донатов завел нового персонажа. Потому что, смотрите, если по этим смотреть, по двум навыкам, то у него уже амулеты плюс 10. И один, и второй. Ну, конечно, спрятаны в поясе. Мустанг. Мустанг уже плюс. Хотя, судя по огневой поддержке и Катюше, которые последний раз были, персонажу тоже, наверное, годик. 75, да? Да, да, 75. Хороший персонаж, очень хороший. Так, и последнего давайте. О, Гера. Гера из шпаны. Тоже такая же система. Все спрятано, ничего не осталось. Да, по навыкам судя. Так, третий уровень есть. Пятый, ну конечно. Что ж тут пятый. Мустанг не докачала. Огневая поддержка тоже на максимуме. Вот уже более-менее похоже. А вот это, скорее всего, амулет. Так стоит, наверное. Недокачанный. А какой второй-то у нее? А, проклятие. Проклятие — это амулет, наверное, уровень 8, потому что плюс 3, может 9. О, еще и заморожена вся студия. Персонаж играет реально. 207. 207. Офигеть. О, это 100% персонаж на боте сидит. Но столько слаживает, ну это вообще просто нереально. Если учесть, что персонажу вообще еще года нету. То есть сколько надо в игре сидеть, это вообще непонятно. Ну давайте еще седьмого посмотрим за все время. Нифига себе. Полностью удаленный, видно, заблокированный персонаж. То есть уже все, неиграбельный.
Ну, стандартный набор, видите, да, пояс, клетка раскачанная на максимум, ни одного предмета, вся студия выкачана на максимум, плюс 15. Так, что у нас есть? Так, значит, у нас молния раскачана, плюс 4, и реанимация, плюс 4. Это значит, амулеты 10 уровня оба. Финик раскачанный, мустанг, огневая поддержка, броневик и Катюша на максимум. То есть, предположительно, что персонажу, то есть, уже год, наверное, есть. Ну, сейчас посмотрим. Точно, персонаж год есть, где-то сделан 2000. Вот это да! 417 наград, вы посмотрите, какие трофеи! Уникальные. Смотрите, 15-й год. Молодец. Так, давайте еще разок. Опс, не те. Седьмые. Окей, Google. О, Google весь замороженный. О, у него, смотрите. Использование два раза. Таргон плюс 15 дает. Ну и такая же система. О, кстати, он даже не открыл все. Ему, видимо, вообще они не нужны. Он не использует из-за пояса и клетки. Там, скорее всего, всего 6 их даже хватает. Так, посмотрим, что у него есть. Раскачан пиле по умолчанию. Скорая помощь и реанимация. То есть стандартный набор для оба 10-е. Мустанг 10-й, огневая поддержка 10-я. О, у него еще гроб на колесах есть. Прикольно. Катюша 10-я. И финик 10-й. Ну, то есть донат очень хороший. То есть тоже сидит на 7-м уровне. Без передышки. Так, давайте еще разочек. Ну и последний у нас. Вид шторм. О, дикий шторм. Ну, не полностью докачанный, видите. Хоть и студия выкачана у него до 15 уровня, но не замороженная, как у многих донатов там получается. Таргон 7 тоже не докачанный. Клетка хорошо выкачена. О, смотрите, беззубка плюс 6. 320% урона. Ну, он для красоты специально оставляет. А второй у него, получается, реанимация. Четвертый, это тоже 10 уровень амулет, что этот, что тот. Ну и, соответственно, выкачанные у него мустанг, финик, Катюша, получается, и броневик. Ну-ка, вот мне интересно. Так, а у него мегатрофеев, конечно, нету. Но персонажу тоже год. Вот, вот нормальный человек. Вот, он не использует бота для слаживания, получается. У него бы тоже уже было 100 суперпризов, хоть еще года бы не было. Так, а теперь небольшой маленький секретик. Донаты, которые сидят на уровнях, их обычно никто не бьет. То есть у них очень много накоплено влияния. И можно этим воспользоваться. Вот смотрите, ради интереса. То есть я возьму персонажей, вот сильных, если поискать, примерно уровня тех, которых я могу бить. Вот, жалко, пропустил одного. Два, ну 400. Вот 600, ну это очень наворочено. Вот смотрите, 216 и 224. Это тех, кого я могу побить, то есть по параметрам. Давайте возьмем равных. То есть сейчас что-нибудь более-менее такое интересное. Ну вот смотрите, под 300, видите, 289. О, 300 есть. О, 417. Смотрите, 26 уровня, то есть персонаж. То есть параметры. Странно. Что такой слабый? Вот, и что можно сделать? Заходим в рейтинг, получается. Все выбираем персонаж какого-нибудь уровня, допустим, 9 за все время. Вот, тот же самый парадокс. Все. В блокнот его, во враги. И все, и пошли его шмонать. Враги. Напасть. Вот так.
Пусть и это идет в минус, но влияние будет набиваться вообще, уходить просто в небеса. Плюс они не всегда тратят свои кредиты, у них улучшение очень дорого стоит, поэтому можно веселиться. Плюс им как раз стату портить, чтобы они не чувствовали себя неуязвимыми на своем уровне. Но правда, для моего уровня 26 нападать на 10 не очень интересно, но... Допустим, донаты 16-17 уровня легко бьют 27-х, то есть 26-х уровней, то есть вообще элементарно. Там такие навыки выкачаны, то есть нам вообще даже не светило. Спасибо большое всем за просмотр. Счастливо!